Ну вот мы с братом Андреем Головичем вышли из храма. Я там показал процесс затопки, как я каждое утро затапливаю печь там. Вот, не знаю, тут видно, не видно сейчас будет, но видно, да. Вот видно, что дым идет из трубы. Это у меня еще пока дрова там разгораются. Вот. Сейчас он поедет на работу. Сегодня у нас суббота. Вечернее богослужение будет. Он сказал, что освободится к тому времени уже. Вчера он приехал, брат, радостный такой, говорит. Были, говорит, новые заветы у меня, которые в машине, говорит, все, говорит, раздал. Все, говорит, удивляются, что с тобой, говорит, случилось. Вот. А он рассказывает, что Господь его, что тут обстановка у нас, говорит, как раз способствует тому, чтобы духовно можно было возрастать. Ну, это я сам знаю по себе. Когда я первый раз приехал сюда тоже, я это сразу ощутил, что тут раз постоянно молитва, чтение Слова Божьего происходит, труды эти божественные. Потому это... То есть ты должен, если хочешь, чтобы с полной отдачей служить для Господа, чтобы Господь тебя благословлял в твоих трудах, в твоих делах во всех, ты должен окружить себя все везде божественным. Вот брат Андрей... На своей машине он выезжает, он сейчас на работу поедет. Я сейчас пойду, ворота открою, чтобы он мог выехать. Тут я не знаю, одной рукой я справлюсь, не справлюсь. Справился с Божьей помощью. Так вот. Оп. Ага, палочка. Каждый раз ее забываю. Тут у нас завязано все. Закрыто. Все, ага, давай. Тройка уже. Это что-то сложнее открывается. То ли их смазывать надо, то ли что, не знаю. Хотя летом она нормально открывается. Надо смазку, если привезу, можешь чем смазать. Ну я не знаю, как ты ее смажешь-то? Ну а где вот эти? Соединяются шары. Думаешь? Вот. Вот. Вот туда. Пшикнем. А, гелевую такую. А, гелевую? Да, а, да, да, да. Ну все, да. Далеко. Все и понял. Она будет лучше. Ладно, брат, Бог все, помощь тебе. С Богом. Снежок идет, березка тут стоит наша, красавица. Все, да благословит Господь его, сохранит от всякого рода зла. Это у нас вот как раз так на улице. Господь нам каждый раз работу дает в виде этого снега. Все, он уехал. Эти ворота я закрываю. Ну, сейчас мне придется камеру выключить, потому что я одной рукой не закрою их уже. Открыть-то полегче бывает. Вот. Все, на палку, на замок закрываю. Ну, вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.